возрасте 84 лет скончался бывший президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика. Боровшийся за независимость от Франции в 50-х и 60-х годах, он пришел к власти в 99-м и был вынужден покинуть свой пост после 20-летнего правления на волне протестов, охвативших страну, когда он объявил о своем намерении баллотироваться на пятый срок. В последние годы президентства у Бутефлики были серьезные проблемы со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт. Самочувствие президента держалось в тайне, что способствовало росту общественного недовольства. Абдель-Азиз Бутефлика родился 2 марта 1937 года в городке Уджда. В кровопролитной войне за независимость Алжира он командовал Южным фронтом. МИД страны Бутефлика возглавил, когда ему было всего 25 лет, и противостоял таким тяжеловесам, как Генри Киссинджер в разгар холодной войны. В то время Алжир был образцом доктринерского социализма, а его столицу называли Москвой на Средиземном море. Но за 20 лет президентства славное прошлое рассеялось. Коррупционные скандалы запятнали ближайших соратников президента, многие из которых сейчас находятся в тюрьме. Но Бутефлике не отнять его главного достижения – успешного примирения нации, расколотой гражданской войной, путем убеждения мусульманских радикалов сложить оружие.